Счет пострадавших начался. За выходные в Кирове произошло сразу несколько случаев падения льда на голову кировчан. Опасные наледи на крышах появились после сильного снегопада. У управляющей компании было время заняться очисткой кровель, но, видимо, свои выходные тратить на это они не стали. Самым опасным для пешеходов стал понедельник. Из-за оттепели лед начал буквально сыпаться с крыш на прохожих. На «Молодой гвардии» помощь медиков понадобилась мужчине. Он получил ушиб мягких тканей головы. После осмотра и оказания первой помощи был отпущен домой. Очевидцы сообщают, что с дома 29 на улице Чернышевского снег упал на пожилую женщину. На улице Ленина снежные глыбы с надземного перехода упала прямо на проезжающий автомобиль. Водитель не пострадал, но у машины разбито лобовое стекло. Появились и первые происшествия с участием рабочих, которые чистят крыши. 1 ноября в Кирово-Чепецке при чистке снега упал рабочий. Очевидцы говорят, что мужчина смог самостоятельно встать на ноги. В администрации сегодня сообщили, что в городе начались рейды по проверке зимнего содержания крыш. Во время первого осмотра управляющим компаниям выдано 25 предписаний. Если замечания не устранят, будут штрафовать. В отношении управляющих компаний УЖХ по чьей вине травмы получил мужчина на «Молодой гвардии». Начата проверка. В мэрии предложили рублем наказывать уже не организацию, самого руководителя той самой организации, назвав такие меры более действенными.